Всем привет! Из прошлого видео вы поняли, что в 2020 году на Xbox 360 играет в Red Dead Redemption 1 по сети. Возникает следующий вопрос, а играет ли кто-то в 2020 году по сети на Xbox 360 в GTA 4? Дело в том, что GTA 4 буквально недавно исполнилось 12 лет. Игра достаточно старая, но при этом очень крутая, и она мне очень нравится. Что ж, давайте мы это сейчас проверим. Первое, что я попытался сделать, это создать режим самостоятельно. Ну, просто интересно, зайдет кто-то или не зайдет. Разумеется, я вспомнил, как тут выбирать персонажей. И что, как думаете, кто-то зашел? Нет. Я немножко расстроился и подумал, а давай-ка попробую зайти в какой-нибудь режим, который уже создан игроками. И меня забросило в свободную комнату. Тут играло несколько человек, я сразу думал, ну все, сейчас мы постреляемся, будет круто. Моему удивлению не было предела. Когда я начал стрелять по другому игроку, он не умирал. Я подумал, что возможно в сессии читеры и решил искать другую сессию. И как думаете, в какую сессию меня закинуло в следующий раз? В эту же. Мистика? Да нет, вовсе не мистика. А дело в том, что кроме этих ребят никто не играет. Вскоре я с ними сдружился, я понял, чем они занимаются. Они занимаются тем, что гоняют на автомобилях. Создатель сессии просто отключил возможность стрелять по игрокам и отключил копов. Я решил опять все-таки испытать удачу и попробовать создать режим самостоятельно. Что же из этого вышло? Да ничего. Я опять вернулся в ту же самую сессию. Удивительно, то есть вот это все люди, которые играют сейчас в GTA 4. Я решил поменять персонажа, чтобы он все-таки смотрелся на фоне остальных тоже классно, то есть как стритрейсер. И мы гоняли по аэропорту. Максимум сколько человек заходило в сессию? 10. И это единственная сессия, в которой за все время я пытался подключиться. Других сессий просто нету. То есть это 10 человек на тот момент, это единственный, кто играл в GTA 4 по сети. Если сравнить с тем же Red Dead Redemption, где играло очень много людей и меня постоянно закидывал в разные комнаты, то... блин, здесь все на самом деле очень грустно. А еще и на ПК отключили мультиплеер, хотя, как мне один человек написал, говорит, его можно как-то запустить, только такие танцы с бубном, как я понял из его описания, что даже этим заниматься не хочу. Хотя, на самом деле, если эта рубрика наберет некую популярность, и будет это интересно, я все-таки для вас это сделаю и постараюсь зайти в мультиплеер в GTA 4, если это, конечно, будет возможно, если это все будет работать, этот метод. Если будет невозможно, я, разумеется, это сделать не смогу. Ну что могу сказать, ребят? Это на самом деле меня немножко расстраивает, то что в GTA 4 толком никто не играет на консоли. Я уверен, что на PlayStation 3 ситуация чуть-чуть получше, потому что мультиплеер там бесплатный. Но тем не менее, мы с этими ребятами так немного сдружились, причем не имея микрофонов, ничего. Они просто катались и дали мне понять, что они здесь занимаются именно стритрейсингом, катаются на машинах. Я пытался поставить режим голосования гонки, но они что-то отказывались. Странно, хотя в принципе такой режим есть, могли бы там гонять. Но видимо им было так комфортней. Был один дурачок, который нам все время мешал, взрывал. Разумеется, из-за режима бессмертия всех игроков это было бессмысленно, но машину нам взрывал и бесил, конечно, конкретно. Я думаю, это видео ответило на некоторые вопросы. Вы, наверное, поняли, что в GTA 4, к сожалению, играет очень мало людей. 10 человек максимум — это очень мало, это очень грустно. Я ожидал, что хотя бы несколько сессий разных будет, что хотя бы, ну, в каждой сессии будет по 5-6 человек, но нет. Все заходят в одну сессию и занимаются там не пойми чем, просто катаются на автомобилях на взлетно-посадочной полосе. Не знаю, в чем прикол, но на самом деле, если ребятам это нравится, я как понимаю, они там завсегдатые, то почему бы нет? То есть, если ребятам так нравится физика автомобилей в GTA 4, а она нравится многим, то это их право. Что могу сказать? Ребята, если у вас есть Xbox 360, лишние 150 рублей, можете положить денежку и покататься с этими ребятами. Я думаю, кроме них, в общем, никто в эту игру, к сожалению, не играет. А игра крутая, GTA 4 всегда останется в моем сердце, в ней замечательный сюжет и режим мультиплеера был тоже превосходный. В свободном режиме могли создавать абсолютно любые правила, какие нам нужны. Хотели копов отключали, хотели наоборот включали, хотели запрещали стрельбу по игрокам. Первый ролик на моем канале как раз таки посвящен мультиплееру GTA 4, иронично, да? Был снят 7 лет назад, там нам в закрытую сессию зашел читер, и из-за него у нас консоли зависли. Наверное, самые внимательно обратили внимание, что мои старые ролики, которые я делал в году 17-м, 14-м, начинают пропадать с канала. А это связано с тем, что я считаю их просто недостойными. Они недостойны быть на моем канале, потому что качество звука... качество видео самого и вообще информативность просто на нуле. Мне кажется, я должен расти над собой, расти над контентом. То, что более-менее интересно, я оставляю на канале. То, что нет, я просто это чищу. Зачем мне это нужно? Разумеется, некоторые ролики 2014 года, где я сделал еще с дешевым микрофоном,
И еще тогда у меня были проблемы со звуком, потому что компьютер, который я тогда монтировал, на нем было, по-моему, монорежим. Да, моно. И как раз-таки из-за этого у меня звук-то выдавал нормально. Я вроде слышал свой голос, когда монтировал, все было вроде нормально. А когда заливал на YouTube и уже смотрели люди со своих устройств, у них был просто трэш. То есть у них в одно ухо что-то говорилось, а в другое была тишина. Это как раз-таки было связано, видимо, с настройкой моего компьютера. И, разумеется, Vegas я подстраивал под то, что было слышно на моем компьютере. Я тогда, видимо, даже не знал, что у меня такие проблемы с ним были, что звук выдавался моно. Ну, невнимательный тогда был. Но 14-й год, меня можно понять. Что еще? Ну, некоторые ролики все равно старые, с плохим звуком. Я создал для них плейлист отдельный. И как бы они как память остаются. Те, которые не информативные, просто удаляются с канала. Потому что они не нужны. Ролики, которые без озвучки сделаны, разумеется, останутся. Это мои самые любимые ролики, которые я делал. Я бы и сейчас делал без озвучки, потому что это намного проще. Написал сценарий и вставил его на какие-то картинки, и просто все это смонтировал. Это делается намного легче, чем эта озвучка. С озвучкой приходится париться. Действительно, приходится очень париться. Особенно бывают моменты, когда, например, вот ты записываешь звук, и тут тебе, не знаю, Windows что-то там, бум, и ты так думаешь, блин, какого фига, черт побери. Он мне сейчас испортил дубль. Приходится либо это все вырезать ровно, либо вообще записывать заново, потому что, например, сама мысль потерялась. Бывает такое, что я работаю без сценария, хотя чаще стараюсь со сценарием. Вот сейчас на данный момент ролик делаю полностью без сценария, поэтому я уже начал в дебри уходить и с вами разговаривать. Ну, ребят, спасибо за просмотр, вступайте в группу, ставьте классы, лайки, что вы там обычно ставите, комментарии. Ну, ждите следующее видео из этой рубрики, ну и других видео тоже. Пока!